Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братцы и сестры, все подписчики канала и особо всем тем, кто впервые попал на мой канал. Меня зовут Кузнецов Дмитрий, я живу в России, в Воронежской области, в селе Пузево, Бутурлиновского района. Покаялся я 7 лет назад, больше года уже веду свое служение в интернете где-то так. Ну, поначалу не особо активный, сейчас активность нарастает. И вот записываю трейлер, чтобы ты знал, кто я такой. Мои проповеди вот такого свободного слова, чтобы не упразднить креста Господня, я выкладываю на этом канале. Но у меня еще есть канал «Христолюб», тоже можешь переходить, все ссылочки будут в описании, и канал «Беседы христолюбцев». Ну, кстати, канал называется «Лайв», да? Поэтому я так вот пройдусь. Вот. Живу я в деревеньке. Тут небольшой домик такой вот у меня. Вот, братцы, сестры, все знают, откуда он и как. Вот, вот мой байк знаменитый тоже есть у меня такой. Все знают. Есть у меня огородик свой, который я выращиваю. Питаюсь в основном все со своего огорода. Сегодня хороший денечек, совсем не холодно, всего 38 в тени. Сегодня какой у нас там, 27 что ли, июля. В общем, не холодно. Вот мой огородик весь, кому интересно. Вот. На этом канале я веду проповеди в таком свободном слове. Сколько Господь дает даров такого на память, воспоминать какие-то слова. Ну и чтобы не упразднить креста Господня, стараюсь не особо мудрствовать, уж не говоря о каких-нибудь хитросплетенных баснях, извращенных преданиях человеческих, ну и прочей лабуды. Вот. Говорить я стараюсь, все ссылаясь на Евангелие Божие и на чудные, оставленные нам в назидание, в благословение и на пользу всех апостольских чудных посланий. Вот. Ну, что еще сказать? Да, в общем-то, больше нечего. Все ссылочки будут всегда в описании, какие тебе нужны. Я всегда рад всем новым братьям, сестрам. По сути, для этого даже поначалу открывался, ибо мы церковь, и все должны желательно быть максимально едины, как и Господь един с нами со всеми. Вот. Ибо все мы члены Его чудного, святого, вселенского тела, все, кто исповедует Его сущим над всем, благом Богом, имя Которому – любовь, которую Он явил и от начала создания и сотворения мира, всеми благодеяниями Своими, а в последнее время – Своим воплощением по плоти, благодеяниями во плоти, даже крестной смерти как символом и реальным образом любви Своей к человечеству, ибо жизнь отдал Он добровольно за жизнь каждого из нас, за жизнь мира. Ибо все мы, уязвленные этой благой вести о любви Бога к человеку, покаялись в свое время, решились идти за Христом, то есть покаялись, то есть крестились, решились идти, то есть родились, и возрастаем потихонечку в Его возраст, в Его меру, в совершенных, в совершеннолетних людей, в Его чудных невест, так называемых Христовым, чтобы всеми нам пировать на брачном пире и всеми там быть одновременно и гостями, и невестами. Ну, все мои ссылочки вот на каналы будут и наверху сейчас здесь. Все мои контакты всегда внизу для связи. А все мои полезные какие-то ссылочки на канал «Беседы христолюбцев» или на «Христолюб» всегда справа. Храни тебя Христос, дорогой мой брат и сестра, старшие и младшие, и матери, отцы, все, кто и первый раз попал на этот ролик, и все, кто уже смотрит меня. Все благословения Господи всегда на нас. Мы даже Его не просим об этом и не умоляем, ибо Он есть любовь и всегда нам все подает потребное для жизни и веселья, и радости. Всех храни Христос. Пока-пока. До встречи на моем канале, во всех моих роликах.